Приветствую, дорогие друзья, на канале Гипоспи 163. Продолжаем мы прохождение игры Ром Тот Пар. Мод Мудус Магнус. Играем мы за Македонское по-прежнему царство. 10-я серия сегодня. Итак, ваш визирь взял я Византию, ну, не знаю, у меня по-прежнему дилемма. Именно на восток или все-таки заняться Балканами. Пока сказать, ну, в Византии в любом случае мы еще. Пока строится, чтобы я мог переобучить войска. В общем, давайте завершать ход. Выкинули моего агента из города Канны. Даки по-прежнему собирает тут какие-то свои силы. Комплектовал более-менее крупные подразделения. Тут, ну, было несколько маленьких, теперь они более крупные. Скажем, скомплектовались. Так, союз империи Селевкидов с Кирское царство. Да, стратег. Или положу патридов я набрал. А далее кавалерию заказываем. И Лариса тоже точно так же аналогично. Продолжаем комплектовать нашу Амфиону армию. Македоне мне нужен флот. Готовы поднять паруса. Ставить паруса. Ходы кончились, господин. Так, куда брутовский кораблик делался? Опасно, что он с десантом, но он плавает где-то здесь. Ставить паруса. Ставить паруса. Да, господин. Ставить паруса. Да, не удается мне его найти. Он ученик фирмы, он теперь пошли. Так, Халкида, мобильный плотник. А в Византии ждем, когда дворец наместника построится, потом казарма начнет. Плевать, конюшни здесь, чтобы не надо. И лучники вообще целые отряды. Надо пехоту переобучить, помнить. Остальным все хорошо. Итоги периода минус 2847. Приказы. Помат мой, давай, иди дальше. Да, хозяин. Галли. Ходов больше нет. Куда же мне. Меня это уже напрягает, куда-то пропал себе. Пропал брутовский плот. И тоже начинает напрягать. Приказы. Так, ну если сейчас они осадят Фермон, то мне придется Амфионом с цепенскую армию. Решаем ход. Ага, вон они где. Ну вот об этом я и подумал как раз. Победа! Вот я и говорю, с одной стороны, вот вроде бы уйдешь на восток, вроде бы флотами, но все равно все варианты невозможно предусмотреть. Атаковали меня все-таки. Дакийцы. Даки. Кто пробует штурмовать? Я-то готов, готовы ли дакийцы. Даки начала с нами войну, объявили союз Испанской конфедерации, нифига себе. Охраняем с Испанией союз. Да, стратег! Вперед! Не, ну прям скажем, вы, конечно, зря это, ребята, сделали. Да, стратег!
Вперед! Вы себя державкой, что ли, возомнили, а? Готовы поднять паруса. Корабли готовы. Да, капитан. Так, Афины. Большой храм Зевса. Вахта. Стрельбище. В Аполлоне пока ничего не могу построить. В осаде пускай. Все отобьемся. Так, совершеннолетие Аристотель или Ума. Ты, говоришь, сидишь? Блин. 2801 динарий в плюсе, последний в осаде Аполлония. Они сейчас наверняка пел в осаде, и дальше вот так и пойдут свои. Приказы? Корабли готовы. В атаку! Годы кончились, господин. Проблема в том, что от даков отобьем, что Друту меня осадит. Ладно. Вопрос мы решим. Со временем, говорится. Решаем ход. Ой, дипломат опять забыл. Опять мне Юлий и порт Кедонии заблокировали. Тут надо с римлянами бодаться. Его в куче будет. Даки надо показать, что они не правы. Вперед! Так, далее давай гоплитов. Да, стратег! Уходим! Каринф. Военные конюшни. Кедонии. Площадку для обучения. Кстати, Кедония скоро будет расти. Гантий вырос. Давайте казармы ополчения сначала. И хотя вот не комедия, то рукой подать после перепути. Мой повелитель. Готовы. Готовьтесь к атаке. Победа! Да, господин. Надо просто тут поставить, тут флот поставить, чтобы они нигде не пробиться. Готовы. Не могли. Ставить паруса на таран! Море наше! Всё, вы здесь побережье контролируете. Готовы! На таран! Мы победили! Убрали мы юридический флот отсюда, да что ты будешь да, делать? Да ты посмотри! Да, капитан! Так, все, здесь тогда Византии. Сейчас. Сколько... Ну, еще три хода казармы будут строиться, потом только переобучаться. И то, не... И то еще не всех. Ваша честь. Сейчас же. Ваша честь. А так вы привилегии есть. Немедленно поговорить. Давай карту попробуем открыть, нет. И хрен с тобой возьми. Завершаем ход.
Ой, пелосы. Ну давай, давай, Саша. Уверен, что возьмешь? Господин! Тут есть ходов еще 5, да? Придется в Ларисе нанимать срочно отряда. Вместо пелы. Пелу осадили, так, метилини. Военные конюшни. Алкиди. Агару. Термон у нас наконец-то расширяется. И расширяется у меня еще к тому же Афины. Минус 1271, поселение в осаде Пела. Ну давай, давай. Давай, выеживайся, выеживайся. Хочешь, собака, блин, войны, да, сейчас не получишь. Готовьтесь к атаке! Мы победили! Я бы тебя, говнюка, сюда не звал. Корабли готовы. Ставить паруса. Да, капитан. Ходы сделаны. Куда у них опять кораблик ушел? Я тебя, говнюка, сюда не звал, но ты приперся. Ну ладно. К вашим услугам, расследуем. Ты будешь получать последствия. Жду вашей твоего команды. Необдуманного поступка. Мне нужно немедленно поговорить с ними. Да, мой повелитель. Завершаем ход. Ну идем, идем. Пошли, 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 голубчик. Сейчас, конечно, они еще раз осадят. Я доблокирую потом. Там сейчас у Амфиона армия доберется. Пойдем на Даки. Не собирайся, конечно, сидеть только в обороне. Естественно, мы будем спать. Площадь здесь маленькая до сих пор. Тяжелые гоплитные гоплиты. Отряды гоплиты. Тяжелые гоплиты. Отряды гоплиты. Марш гоплиты. Марш гоплиты. Я на собаку не поскочила. Тяжелые гоплиты. Так, вы в резерве. Прикрываем вот это. Вот этот кусок. Вот этот выход к площади. Так, луки Артемиды сюда. Что ты будешь делать, а? Не станешь никак. И осталось не только кавалерию. Лучшие македонцы. Марш! Уходим! Начинаем битву. И давайте встретим скорость сразу. Враги уже стоят у стен. Еще есть время для организации обороны.
Посмотрите на укрепление! Стены пали, и боги покинули нас! Это ладно? Подумаешь, пали стены. Вот же не пал, не пал. И, кстати, там тоже какие-то есть фаланги. Токийские гоплиты какие-то. Раз таки решил поиграть в державку. Мы им тогда сейчас устроим. Ощущение, что киевские лучники меня не стреляют ни хрена. Шевели! Бегу! Стойте и сражайтесь! Руки Артемиды! Стойте! Охранять эту область! Охранять эту область! Вот они, токийские гоплиты здесь идут у нас. Да что ж ты, ёлки-палки, ну я же вас вроде поставил, блин. Наши копейщики снова держат туда. Почему вы, ёлки-палки, все тупите, а? Куда что ли вас поставить нафиг? Ой-ой-ой-ой, а это они вообще как вырвались сюда? Я их вообще не видел. Да лучники чего несут потери? Отставить.
Для кавалерии отходим. Стрелки, вставать сюда, что ли, как-нибудь. Никак я не могу заставить их стрелять почему-то. Наши гоплиты пока стоят стеной. Несмотря на гигантское тут давление. Вот. Вроде начисто отпустили стрелки наконец-то. В атаку. Вражеская армия бежит! Преследуйте их! Гоните их с поля боя! Отряды, марш! Все, вы отходите. Эти ворота там дакийские, конечно. Отряды, прям желательно туда не приближаться, к этим воротам. Так, первая атака даки уже совершенно очевидно, что провалилась. Чёрт, ты башня дакийская. Капитан Дремихет был убит. Отряды в атаку! Отряды в атаку! Итак, по результатам боя противник потерял 921 человека, разгром полный, мои потери составили 35 человек.
Кучки заработали македонская кавалерия, тяжело окружённые каплиты и лучники. Я их никак не мог достать стрелять тут. Что проблема-то? Не убойный, но как не мог достать стрелять? Конечно, да, я понимаю, что сейчас еще одна атака на полуне. Где опять уберут, блин? Вот. Приказы? Уходим! Это я буду доблокировать. Кстати, варисе надо. На оборону нанять. Потому что там сцепионы стоят рядышком. Они не попёрли в атаку на Ларису. Афина расширяется, итоги периода минус 3007. И его садя Полония. Здесь стоит казахм еще один ход. Так, ну что, в следующей серии ждем атаку Пелы. Аполлонию я пытаюсь навернуть это армию. Ну, это еще ход надо будет, конечно. Пытаться можно деблокировать. Потом пойдем, например, отожмем у них, например, к примеру, салону. Корабли готовы. Да, капитан. А вот он. В атаку! Ходы сделаны, господин. В атаку! Корабли готовы. В атаку! Да что ты, ёбкарный скорень, а? Вот ты мне мешаешься. Мы победили! Готовьтесь к атаке. Теперь, конечно, мне не хватает хода. Тут, правда, еще брутовская вот армия будет. Что на следующий ход у нас пока прогнозируется прибыль. Мы не строим расширение города наконец. Там Скункс у нас. Да, стратег. В атаку! Мы не можем этого сделать, господин. И там Скункса. Корабли готовы. Так, ну в принципе все, давайте сейчас. Кто мне стал с дипломатом сходить? Чем могу служить? Да, хозяин. Ну на Даке почему еще не хочу? Тут у них ни один город нифига не развитый. Надо сейчас захватывать и одновременно развивать их. Вот Савону, например, взять. Ну тут городишко, блин, на что 25 населения всего? Всего. Ждать, пока 2000 достиг. И тут не сказать, на что. Города такие крупные. Пел он собрался взять, да сейчас, ага. Потом какие-нибудь фракийцы еще припрутся 100%.
плюс римские войска. Так, ладно, давайте сейчас на этом подводить итоги. 11 регионов под контролем, 44 сражения выиграно, 2 проиграно по финалу. Вот плюс, по войнам, 5 войн я сейчас веду. В общем, баланс на 4-м месте я. По военной силе. В том месте, даже удаков больше, чем я. По производству, 1, 2, 3, 4 месте. По территориям, 1, 2, 3, 4 на 5-м я месте. Финансам на 1-м, но у меня чуть-чуть, кстати, финансы пошли на снижение. По населению также 4-е место, на 120 тысяч мы скоро выйдем. И все, в общем-то. На этом я сохраняюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Всем, кому видео понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.